трудовой вахте строители Саратовского моста через Волгу. Накануне 1 мая здесь ставили еще один пролет. Транспортировка этого гиганта поручена опытному волгарю капитану Середкину. Надо рассчитать каждое движение, чтобы пролет точно лег на свое место. А ведь длина его 116 метров, вес 3200 тонн. Работой руководят начальник мостоотряда, лауреат Ленинской премии Соловьев, главный инженер Баев. Пройдет еще немного времени, и новый мост соединит два города – Саратов и Энгельс.